Сьогодні у рубриці «Спорт у місті Н» вже відомі вам тренери Ірина Тернова та Олександр Мунтян. Ну и любимый бицепс, снова здравствуйте. Продолжаем мучить Сашу. Сейчас будем делать подъемы штанги на бицепс. Бицепс, двуглавая мышца плеча, состоит из двух пучков. Короткого, внутреннего и внешнего длинного. Мы сейчас возьмем стандартное положение кистей средним хватом. Позволит нагрузить в равной степени оба пучка. Выходим, локти зафиксированы, прижаты. И движение на выдохе вверх. Штанга будет двигаться по дуге. В верхней точке на секунду делайте фиксацию в пиковом сокращении. Разогревайтесь. Первый подход должен состоять минимум из 15 повторений. Хорошо, надо прогреть бицепс. Хорошо, Саня, молодец. Отличается прокачка внутреннего от внешнего положением кисти. Чем шире мы будем брать штангу, тем больше мы будем смещать нагрузку на внутренний короткий пучок. То есть, если мы хотим проработать, акцентировать внимание, Саш, мы возьмем широким хватом и выполним вот такое. Вот, хорошо. Здесь максимально сейчас акцент у Саши лежит как раз на коротком пучке. Хорошо. Узкий позволит нагрузить внешний. Узенько взяли и пошли. Работаем. Вот так. И хорошо, секундную задержку делайте, фиксацию в пиковом сокращении. Следующее хорошее упражнение – это подъем гантелей с супинацией. Положение локтей прижато к корпусу. Гантели в нижней позиции находятся в положении параллельно друг другу. И поехали. Можно поочередно, давай поочередно, можно одновременно. Но поочередно лучше, потому что мозг фиксирует лучше на каждую руку. Когда поднимаете, разворачиваете кисть наружу. Мизинчик как бы проворачиваете, супинируете. И в верхней точке задерживаете секунду. Пиковое сокращение. Плавно опускаем. Плавно опускаем. Вот так вот, хорошо. Давай сейчас ты покажешь, мизинец хорошо закручиваем. Вот, идет хорошее прорезание бицепса. Если вы просто подняли гантель, просто, вот, не будет такого напряжения. Стоит только завести мизинец наружу, как оно максимально сокращается, пучок. И плавно опускаем. К моменту прохождения параллели кисть уже должна быть развернута. Вот так. Берите такой вес, чтобы вам не приходилось закидывать. Саш, покажи, как некоторые берут вес и начинают закидывать. Вот. Вот это делать не надо. Или там двумя. Здесь у вас будет работать спина, все. И совсем минимум будет приходиться на бицепс. Просто встали. Да. Четко. И отработали четко именно бицепсом, целевой мышцей, которую хотим пригрузить, такую и грузим. Следующее упражнение – это молот. И мы сейчас покажем вам два упражнения. В этом упражнении хорошо участвуют бицепс и плечо-лучевая мышца. Можно выполнять с помощью гантелей и тяга с нижнего блока, такой вот рукояткой, которая чебурашкой называется. Первое – гантелями. Все, прямые параллели, две руки параллельно, локоть прижатый и подъемы на выдохе. С пиковым сокращением. Работайте на 10-12 раз. Ваше. Да, никаких закидонов делать не надо, если вы хотите красивый бицепс. Ровно. Четко работаем. Локоть зафиксирован. Локоть ни назад, ни вперед не уходит. Вот. Можно также выполнять. Как разнообразие в тренинге. Вот так. Здесь на натяжение каната. Тоже параллельно две кисти. И на выдохе четко работаем, четкой красивой техники подтягиваем. Очень хорошо будет чувствоваться вот здесь вот наполнение, такое жесткость в плечо-лучевом отделе руки. Это опять-таки поможет при жимах, тоже хорошо помогает, когда развитая вот эта вот мышца плечо-лучевая. У нас вот такая модернизированная скамейка Скотта, у кого есть, просто очень замечательно. У нас вот такой вариант. Положили плечо полностью
на лавочку, подмастились, чтобы хорошо упираться. Все, никаких наклонов. Здесь мы работаем над пиком бицепса. Вниз опускаем максимально до растяжения. Плавно опустили и на выдохе работаем. Задержали. Здесь очень хорошо работает именно низ бицепса. Максимальная нагрузка ложится туда. Сделали первый подход на 15 повторений и добавляйте смело вес, чтобы у вас было на 10-12 повторений в таком силовом режиме. Все, Санечка, хорошо. И помните, сколько бы вы ни работали на бицепс, а приседать все равно нужно. Без приседаний не будет ни бицепса, ни трицепса. Приседайте. Если хотите большие руки, надо приседать, правильно? Правильно. Делать становую тягу и жимы штанги лежа. Приходите, занимайтесь.